Опять не помните стихи? Вот не помню. Музыка, да, музыка Ястребова. Капли с крыш мы ловим, капли ловим, жадным ртом весну. Мы клюем на эти капли, как рыбешка на блесну. Блесны губы, блесны встречи, блесны письма и друзья. Очень часто в быстрой речке различить блесну нельзя. Блесны губы, блесны встречи, блесны письма и друзья. Очень часто в быстрой речке различить блесну нельзя. И клюем, и доверяем нежной пламенной любви. Раздираем, раздираем наши губы до крови. Жил-был я, не знал блесны, губы пламенели. Пахли ландышем лесным, пальцы твои белые. Жил-был, жил-был я, не знал блесны, губы пламенели. Пахли ландышем лесным, пальцы твои белые. Еще будут, будут весны, еще будут, будут блесны. Капли с крыш мы ловим, капли ловим, жадным ртом весну. Мы клюем за эти капли, как с рыбешкой на блесну. Я же рваную губою буду шлепать сквозь года, но блистательной блесною я не буду никогда. Я же рваную губою буду шлепать сквозь года, но блистательной блесною я не буду никогда. Я не буду никогда. Па-ба-да-ба-да-па-ба-да-бам. Так, это на стихи Дмитрия Сухарева, который написал Александру Георгиеву. Нам поручена работа, мы смолим бока рубота, к морю боком бот лежит, по рубахам подбежит. Мы у моря три недели все предели. Строит кто-то, роет кто-то, сотню мисок моет кто-то. А у нас теперь работа, всех иных работ первей. Мы смолим бока у бота, по названию Персей. Мы смолим бока у бота, по названию Персей. Судьба нам с тобой досталась одна, одной нас смерть имела. Одним нас ковшом черпнула война, и сонных шернула весело. И выпала нам святая страда, и грела она овчиною. И общая боль нас гнула тогда, и звали ее отчизною. И общая боль нас гнула тогда, и звали ее отчизною. Был горь нам хлеб, и сон был не в сласть, и беды росли над бедами. Но жгла нас одна великая страсть, и звали ее победою. Мы звали ее, тоскуя по ней, и знала душа голодная, что нету твоей и нету моей, а есть лишь одна народная. Что нету твоей и нету моей, а есть лишь одна народная. Что выпала нам, осталась при нас, осталась святым и правильным. И каждый свой срок получит приказ, ногами вперед и к прадедам. Нас примет земля, не зря же на ней могилы стоят солдатские. И нету твоей, и нету моей, а есть только наши братские. И нету твоей, и нету моей, а есть только наши братские. Спасибо. Знаете, это ну, вот недавно было 9 мая, вот, и вот как бы вспоминая об этом, эта песня, это песня на стихи Дмитрия Сухарева. Тот, кто написал Александра, Александра. Замечательный поэт. Так, и что у нас еще там вникает? А вот сейчас мы должны представиться. Давайте. Представиться. Так, я с выражением громко начинаю. А дочь. Анна Шумал. И дочь Остапичук Мария Николь. Вот сюда. Что, а я не ожидала.
Мы земляки из Вилючинска, я оттуда же, Татьяна Сгибнева. Сергей Стенник. Корытова Анна. Вилючинск. Ирина Шумицкая Елизова. Не Вилючинск. Ястребов Александр. Был бы голос, ну а песни запоются, ничего. Но печали неуместны, и тоска не для него. Был бы голос, ну а песни запоются, ничего. Песни вы уже слышали в исполнении автора. Повторение. До начала концерта. Мать учения. Песня хорошая. Тут Александр Георгиевич пока настраивает гитару, скажу пару слов. Ирина из Елизова вот исполняла песню под названием «Я попробую не попробовать то, что пробовать ни к чему». Автор этой песни, стихотворение было найдено в интернете. Буквально оно... недавно было опубликовано, около 3 лет назад. Автор стихотворения Ирина Самарина «Лабиринт». Вот такой у нее псевдоним в интернете. Вот ваша тезка, кстати. Александр Георгиевич очень много читает книжек. А мне говорили в детстве, много книжек читать вредно. Снула камчатская осень желтой краски, и мы оказались внезапно в этой сказке. И радость нахлынула теплою волною, а музыка в душах натянутая струною. Реки же под звуки песен тихонько плещет, а звезды над нашей поляной ярко блещут. Связаны будто бы общей судьбою, а эта поляна нам стала вдруг родною. А на веки же стали мы ближе, но наступает пора расставания. Наши гитары скинем повыше, скажем друг другу мы до свидания. И мы разведемся по городам и весям. Ну что же, приятель, голову ты повесил, ведь с нами останется много новых песен. А каждый из нас был друг другу интересен. Одежда на нас не туристского покроя, все-таки мы романтики все по крови. Хоть станты твоим мы подошвы лишь на суше, но парус наполнен ветром наших душ. А на веки же стали мы ближе, но наступает пора расставания. Наши гитары скинем повыше, скажем друг другу мы до свидания. А на веки же стали мы ближе, но наступает пора расставания. Наши гитары скинем повыше, скажем друг другу мы до свидания. До свидания, до свидания.
Это есть такая сказка Алибаба и 40 разбойников, там Табаков, Юрт играет, Джигарханян. Там песня говорит: «Обскочи весь белый свет, никого хитрее, там мудрее». И еще, как это сказать, забыл. Слово-то, это, ну, как бы стеснительного, что ли, как синоним какой. Скромнее. Никого скромнее нет. Нашего султана, султана честь, браво, браво, ну что вы, браво, хвала не отрава. Вот, спасибо. Если есть вопросы какие-то, пожалуйста, можете задать. Это какая? Или что-нибудь из Розенбаума. Александр Георгиевич, вопрос есть. Да? А вот от А до Я, Варда до Я, вы остановились. От Александра до Я. Ну, простите, у нас эпидемия везде была, и с нами то же самое тоже. Ну, я надеюсь, да, я надеюсь, если доживу. На сентябрь. Очень хотелось бы, конечно... Очень хотелось бы, чтобы, конечно, вот у нас Аня, она залетная птица, вот я имею в виду Аня, значит, Шумал, вот со скрипкой, залетная птичка, вот, она все по Европам вот так вот крутится, а сейчас вот приехала и с удовольствием, по-моему, с удовольствием приняла участие. Это я помню. Лет 14 было, да? 14, да? Я никогда не думала, что сейчас ее дочка будет выступать. Огромное счастье, спасибо вам. Спасибо. Аня не хотела петь сама, не хотела, ни в какую. Вот, ну, поработать, конечно, надо. Ну, в общем, ну, вот. А, значит, ну, какие-то планы так вот разведка донесла, что где-то в августе, сейчас она должна улетать, потом в августе должна приехать, будет ждать контракта, вот, и повезет, не повезет, было бы хорошо, если бы успели мы с ней еще что-то сделать. В смысле, вместе с ней вместе вечер сделать, а не с ней сделать. Вот, спасибо вам большое за соучастие. Вот, еще вопрос есть? А разве не долго? Сколько вы? Сколько идет концерт? Два часа. А это не долго? А это же первое. Не, я. У меня 80 песен. Я могу вас морить еще. О, сколько?